Cześć, witajcie w kolejnym odcinku zagrajmy w Metro 2033. Z tej strony Andzia. Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово и опасно. И это еще круче. Дальше есть шанс. Ну, добре, пощик. Так я покинул родную станцию в первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда. Покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, ну, да. Двигай. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А чё так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов и через дебильных бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, ребята, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. В этом туннеле. Ну, это вроде как обычный туннель. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел ему. И не понравилось мне. Ага, так без поводу, очевидно. Не терпит этого туннеля. Осторожней там. В резине, вооружены. Все будет хорошо. Очевидно. И уж можем врешті броню вытянуть. Голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее проскочи. Артем, прикрывай тыл. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться сюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. Не слышишь, как они плачут? Про кого говоришь? Так и они. Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Что это со мной? Что со мной? Голова. Артём, что это такое? А? Założyłem maskę, bo podejrzewałem, że gaz być może i tak prowizorycznie, prewencyjnie dałem, ale... Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. What the hell is that? Thank you.
A, ktoś się ocknął i dowalił. Pytanie, kto? Происходит, а? Черт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Живее, Борис! Ай, бесполезно! Ой, Эне. Береги, Артём. На помощь! Она меня сейчас достанет! Артём! Muszę chyba chwilę odczekać. И ото подтверждаемый мит. Что тут такое произошло? О, блокпост. Уах! Вот! Ухо-хо-хо-хо. Не знаю, это так было замежано. Mieć. Już sobie przypominam, dlaczego nie gram shootery. Ja mam takiego cela, takie wyczucie czasowe. Gorąca noćka, a? Propuścić. Ale za to ten chłop mówi moim językiem przynajmniej. Rozdział drugi, Beben. Na moim pути Рижская była tylko pierwszą остановką. Но дальше должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, мужики. Давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии ни почем. За Артема! Ну за кого нам пить-то? Чувак. За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя! Давай, Тёмка, за тебя. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу и за Артёма. За тебя, Артём. Три раза под жонт, Mm-hmm.
Спиртяжка, что надо. Ух. Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Такая скука торчат в этих трещобах на рельсе. Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. Ну уже, что мамы в дневнику? Тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда носачей. Это Артем нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, дрался как лес. Черт, не знаю даже, как... Что, нажрем сюда? Спасибо, за тебя, Тёмыч. Благодаря тебе за такого спектакля. Могем с кем-то разговаривать? Не. Могем ту выйсть? А могу. Солдафоны, как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Да? Что ты сейчас сказал? Что? Ты Артем? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Он такой большой, такой страшный. И от него нехорошо пахнет. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Спасибо. Пошли со мной. Да, мы малому трошки. Не ма то як кихнуть в часі сесії. О! В сенсі заграй мерзкий. Чем это проводишь, малый? Вон он сидит. Ну ладно, подойди-ка. Мне пора. Пока. Ты Артём, да? Тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской. А эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну значит, тебе и проклятый ход нипочём. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Ну добре, чи можемо ще йдемо за ним? Poza ten kompas mi tak samo mu pokazuje, wie. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый. Чё он тополос? Zaakceptowałem tylko jego misję z tego powodu, że... pod warunkiem, czy mogłem. Ale chyba tutaj jest oskryptowane, że nie mam wyboru, muszę mu pomóc. Самая лесная характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный туннель глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегло. Но если будем друг друга прикрывать, все путем будет. Чё за...
Это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один... Такие самые лучших назовем это. Слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Я не буду за ним бег. Так спокойно odległości. Grzybki. Aha, ten dom. Уж. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь на стреме. Они по беспределу выступают. Да базариться не удастся. А шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Но работает. Смотри не за день банки. Но спробуй. Под ноги смотри. Тебя любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Тихо, Ша. У нас гости, кажется. Ты давай в угол заныкайся и смотри, как профи работают. Владимирский Централ, ветер северный. Когда я банковал, жизнь разменивал, но не очко обычно губит, так 11 туз. А нечисть здесь шарится без спроса. Бери перо, считай трофей. Все двинули. Врагу не сдаёшься. Да они тут баррикад настроили, мы чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай. Обезвредь поставил. Руще бо. Уй! Тего не хотел сделать. Слева! Teraz naprawdę nie wiem, co się stało. No i po raz kolejny ktoś mi się wbija do pokoju podczas nagrywania. Ła. No, nie po czym mnie przeładowywały. O, będę tak fejlować w tej grze, że nie będzie, że nie, sami nie będziecie mogli wierzyć to.
Вот. А! Эш, чужие. Он споводує на його набої, що давоєм. Przez chwilę się zastanawiałem, czy to właśnie bug gry, że ktoś tak na skos patrzał. Там ктось ще. Одного нашого. Nie widzę tam dalej żadnych odc. Nasz przyjaciel wreszcie dołączył się, a ja w tym czasie ugrabiam naszych wrogów, bo amunicja. Jeszcze tu jest broń.
проклятие! О, не ваша наймун. Наш приятель спи. О, там się skurczył ich schował. Widzę. On przeszedł. Więcej broni tu nie ma. No amunicji, no chodźcie. Oni by jeszcze nie w nieskończoność by nas, w nas strzelali by, a tak to, co to miało być? A mi amunicja jeszcze się kończy, więc też jest nieciekawie. Ja думал встретить на своем пути мутантов, чудовищ. Но простые люди иной раз ведут себя страшнее монстров. Сколько еще братьев по разуму попытается прикончить меня, пока я доберусь до полиса? Ага. Ну, добре. Але в тим місці я скончу там відео. Więc на разі.